Всем привет! Сегодняшний ролик будет посвящен содержимому вот этого пакета. Заказ я заказывал на всем известном сайте AliExpress. Содержимое это сканер от компании Launch. Сам сканер C-Reader 3001. Вот так все это выглядит. В такой вот упаковочке он приходит. Заказал я его взамен своему, скажем так, старому сканеру. Вот. То есть я пользовался до этого вот этим сканером. То есть это C-Reader 6. Нарекания, конечно, по нему есть небольшие. Но почему заказал я этот? Тут две причины. То есть, во-первых, он компактный. Он в два раза практически меньше 6-го. И у него цена была очень привлекательная. То есть купил и обошелся он мне, блин, за $12. Чем этот. У этого есть плюс в большом экране, но не особо большом. И у него еще есть обновление, программное обновление. То есть через компьютер с основного сайта можно закачать обновление. В этом такого нету. Сейчас я открою, поближе посмотрим все это хозяйство. То есть вот так вот он выглядит. Сам я еще не пробовал, не подключался. Но сразу скажу, то, что он очень легкий, очень прям легкий. В руке лежит удобно, хорошо. Пластик тоже добротный. По функциям он практически идентичный вот этому сканеру. То есть у нее есть также чтение ошибок, удаление ошибок, поток данных в реальном времени. То есть он показывает, есть стоп-кадр, если зафиксировал его автомобиль, то есть ЭБУ. Тест датчика кислорода, опять же, если поддерживает автомобиль, то есть блок управления. Может показывать информацию об автомашине, то есть ВИН, код, ну и так далее. А вот в этом еще есть графические построения тестов в реальном времени. У этой модели нету. Но вот с этим я уже сталкивался. Он у меня, скажем, были такие казусы, не читал машину. То есть, скажем, Volkswagen Polo, это уже 100%. И еще Renault Megane. Возможно, не читал. Почему? Потому что не было обновления. То есть, если можно сделать обновление, то есть он будет работать. Но хочу попробовать вот этот. То есть, все его, в принципе, хвалят. Говорят, очень хороший сканер. Так что ждем дальнейшие ролики по тесту на автомашинах. Все, всем спасибо. Пока. Ждем новых роликов.